потенциал и до мозга костей. Но живем, не сомневайтесь, лучше вас. Деньги в карманах, грязь на руках и синее небо над головой. Мы рисковая компания. Я все думал, когда ж тебя тут увижу. Что, ждал меня? А то. Хотел встретиться с прославленным оффроуд-маньяком Шоном МакАлистером. А, ясно. Слушай, я гоняться приехал. Да. Но я же не могу с каждым гонщиком ездить. Сперва докажи, что ты на нашем уровне. Как насчет быстро доехать до аэродрома? Это и будет тест. Не выдумка. Смотри и учись. Горячий. Такого результата не видел в этом заезде. Да ладно, ты просто льстишь. Я брехать не обучен. Вижу, почему другие команды так намучились. Но уж с нами ты повеселишься как нигде. Таких гонок ты еще не видел, гарантирую. У меня опыт большой после армии Эмбера. Опыт, значит? Мы будем гонять на моей гелиостанции. Приедешь? Твоей гелиостанции? Именно. Подарок дома. Увидимся там. Мак, как там твоя гонка с марионетками дома? Странно-то. С виду этот Хольцман не козел. Что? Да он по уши в делах дома. Знаю. Сам удивляюсь. Ну ладно. Короче, ты за ним приглядывай. Ага, буду.
гонка будет жесткой. Веселись, команда! Как раз, как я и люблю. Вперед, вперед! Прошу прощения. Вот рыб. Как тебе моя пыль? Как держать, Мак? Еще какое? Не ожидал, что ты обгонишь мою команду. Будешь дальше с нами гонить, я надеюсь? Да, конечно. Отлично. Нам такие умельцы, как ты, нужны. А? Перед следующей гонкой надо убедиться, что ты хорошо проходишь слалом. Увидимся там! Тут рядом с трассой всякого мусора навалили для смеху. Попробуй выжить.
Хоцман, твои люди там реально жгли? Да, трудно поверить, что недавно они были одними из худших водителей. А? Это как так? Спасибо дому. Он обеспечил нас преимуществом, если ты понимаешь, о чем я. Нет, о чем это? Не волнуйся, скоро увидишь. Ты же хочешь продолжать гонять, да? А то ты не знаешь. Отлично. Так, короче, что-то не так с этим сельским малым. Что-то выяснил? Пока ничего, но с его тачками что-то нечисто. Я выкладываюсь на всю и все равно с трудом догоняю. Ясно. Руй дальше, Мак, только осторожно. Как и всегда. Оставлю это без комментариев. Просто гонка вокруг озера? Вы же вроде как рисковая компания. Нам нужно было тихое место провести испытание. Ну, увидишь. Молодец, атака Мака! Я всех заруливаю! Так держать, уже скоро.
него лучший небоскреб на западе США. А пока что наслаждайся гонкой. Сзади. А ночь уже настала? Я лечу! Осторожней же надо. Ты, черт, предатель! Я пытался быть с тобой вежливым. Хотел тебя в семью ввести, а ты мне такое устроил. Дому такой гонщик не нужен. Ну и хорошо. Черта с два я буду гонять для этих коррумпированных скотов. Прости, брат! Принято. На Мака не лезь! Что за проблема?
Что теперь скажешь? Эй, минутку. Это не Хольцман. Ты кто? Человек из команды. Слушай, мы тебя не особо любим, но то, что Хольцман делает с домом, что-то тут не так. В чем дело? У меня для тебя инфа, считай знак доброй воли. Хольцман ездит у городских водостоков, придумывает новый маршрут. Хочешь с ним погонять? Езжай туда. Слушай, спасибо. Я прям не ожидал. Не стоит. В смысле, не стоит никому говорить. Неважно. Твоей команде не нравятся твои грязные трюки. Хочешь грязные трюки? Сейчас будут грязные трюки. Я тебя растоплю, парень. Чем-то огорчил? Когда дом с тобой разберется, ты сам огорчишься, это невозможно. Ты, парень, ходишь по тонкому льду. Полетели! Откуда ты знаешь, где мы ходим? Скажем так, у меня есть друзья. У всех есть друзья, вот. Не
такие, парень. Точно не такие. Отличная трасса. Пожалуй, установлю рекорд. А ну, вернись! Воздушный маг! Без столкновения никуда. Гольцман, трасса кончается, ты где? А ты оглянись, я прямо за тобой. Воздух! Грязные трюки со мной не прокатят. Твоя команда не знаете, во что вписались. Что, не любишь проигрывать? Вы скоро войдете в логово льва. Надеюсь, ты и твои друзья готовы все потерять. Еще раз. Мы вернем себе город, а дом будет повержен. Ты нас не напугаешь. Зря ты думаешь, будто дело только в доме. Но если мыслить твоими категориями, между тобой и гонкой других оффроудеров нет. И следи за слепыми зонами, мы будем за тобой наблюдать. Тогда вас ждет офигительное шоу. Oh,